Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас был трудный день. Трудный, тяжелый, длинный. Мы сегодня с Таней в очередной раз ездили по магазинам. Докупать все в мою новую квартиру. Вечно чего-то не хватает, каких-то мелочей. Ну, задача была в следующем. Задача была купить люстры. Люстра нужно было купить сюда, в гостиную, тире кухня, в мою спальню, ну и дальше как бы по усмотрению. В итоге мы купили люстры. Какие магазины, в каких магазинах мы были? Мы были в магазине Bauhaus. Там мы купили подставку, крепеж, под кронштейн, под телевизор. Вот я тут его держу рядышком. Вот, осталось только вызвать сервис, который подключит телевизор, откроет коробку, подключит телевизор. А крепеж, вот этот вот кронштейн, Урс делает сам. Не знаю, правда, когда, потому что он пока занят. Вот. Так, Bauhaus. Потом мы были в магазине Coach Touch. Там мы купили люстры. И там я купила шторы в гостевую комнату. И заходили в Мигрос. В Мигросе я купила стаканы чудесные. Сейчас я вам их покажу. Стаканы. И заходили еще в магазин LC Waikiki. В LC Waikiki я купила плед и скатерки на стол. Да, наверное, это все. А, еще тут тарелочки, подносики. Сейчас я вам все покажу. Люстры я вам показывать не буду, потому что они в коробках, они запакованы. И я думаю, что мы на них посмотрим уже тогда, когда они будут висеть на потолке. Потому что сейчас их смотреть совершенно бессмысленно. Непонятно, как они выглядят и как они будут смотреться во всем интерьере. А, и самое главное, что купила, я купила два цветка. Они у меня пока не пересажены. Ну, естественно, я только сегодня купила. Куплю большой горшок для одного, для другого поменьше. И будет у меня тут маленькая зеленая зона. Ну, помимо тех, которые я из черенков выращиваю, я еще купила вот такие вот магазинные. Обязательно вам покажу. Ну что, вы готовы посмотреть мои покупки? Если да, то оставайтесь со мной. Сейчас я переверну камеру, и мы все рассмотрим. Ну, начнем со стаканчиков. Вот такие большие стаканы. Они просто огромные, но я обожаю такие стаканы. Вот. Сколько они здесь? Не видно. 750 миллилитров. Стаканчик 750 миллилитров. Вот такие вот они веселенькие. Для сока, для коктейлей. У Тани такие же. Но у нее, я тогда выбирала каждый стаканчик с новым рисунком. Ну, выбор в этот раз был небольшой, поэтому рисунки, вот видите, повторяются. Ну, мне кажется, что это не страшно. Вот такие вот чудесные стаканчики я купила. Что еще я купила из посуды? Я купила вот такой вот, такую вот тарелочку сервировочную. Ну, там для сыра, для колбаски, там, да что-то такого, бутербродики какие-то выложить. И вот подносик, вот он такой небольшой, я его поставлю возле плиты, на него поставлю соль, там масло, ну, вот что-то такое. Мне очень хотелось туда именно подносик такой вот небольшой, и я его купила. Ну, когда будет обзор полностью всей квартиры, я вам покажу, как он смотрится, как он выглядит в интерьере моей кухни. Каким я тоном все это сказала. Ну, теперь вот плед. Смотрите, у него размер 200 на 220. Стоит он 129 лир. 99 круш, ну, 130 лир. И вот он вот такого вот цвета. Я его хочу туда в спальню застилать, свою кровать. Я понимаю, что нужно покрывалом застилать по правилам. Но мне очень захотелось плед. Потому что вот тот вот зелененький, он как-то там не очень у меня прижился по цвету. С цветом всей спальни. Он немножко меня раздражает. А этот будет в самый раз. Вот мне очень он нравится. Ну, тем более за 130 лир. Это прям
Очень хорошая цена. А еще в Си Вайкики я купила две скатерки. Вот одна скатерка за 129, ну, за 130 лир стоила на 149. Сейчас там по скидке она идет. Размер ее 150 на 200. Ну, как раз подойдет для моего стола. Но это вот такая более праздничная. А это более такой обычный вариант, обыденный. Тоже с таким же размером, только стоит она 55 лир. Ну, это совсем дешево, вот застелить. Не в праздничный день, а просто вот как бы вот так вот. Вот такие вот у меня покупочки в LC Waikiki. Давайте будем смотреть шторы. И вот шторы. Вот такая вот серого цвета штора. Она цвет дивана, который там в гостевой. Я когда ее повешу, вы посмотрите. Я купила две штуки. Вот одна вот, и вот вторую я распаковала, посмотреть. Причем, вот видите, там она каким смотрит, ну, кажется цветом, а здесь совсем другим. Вот, и тюль купила. Так, ну, это не на оконную дверь, не на оконное стекло, не на окно. Это я хочу повесить вот сюда, вот где у меня выход на балкон. Ну, купила такую самую обычную. Она не будет никакой функциональной нагрузки нести, просто в качестве интерьера. Ну и еще из мелочей купила вот две упаковочки вот таких вот штучек. Это замки для штор, чтобы штора по вот этим вот не выскакивала, не съезжала. Специальные такие вот штучки, которые перекрывают ей. У меня было здесь немножко, но на все не хватило. Я вот купила такие. И еще купила такую вот штучку. Такая вот птичка. Угадайте, для чего она нужна? Куда ее? Мне эта вещь край как необходима. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Это упор под дверь. Вот так под дверь ставится, чтобы дверь не закрывалась. Знаете, бывают двери, которые, ну, сами закрываются. Вот у меня в гостевой комнате такая дверь. Вот что я не делала, она закрывает. Не знаю, может, как-то там можно отрегулировать. Понятия не имею. Но я купила вот такую вот штучку. Я ее подоткну под дверь, когда мне надо, чтобы она была открыта. И вот она мне поможет в этом. Вот, смотрите, как работает эта штучка. Вот я ее сюда поставила. И дверь теперь вот, видите, она фиксируется. И дальше не едет. Вот, оп, и все. Не закрывается она. Вот такая вот удобная финтифлюшечка. И вот я купила два цветочка. Что-то тут с листиком не в порядке, но неважно. Вот, это монстера. Правильно я говорю? По-моему, да. Вот, такой вот большой. Конечно, я его пересажу. Ему не очень уютно в этом горшке. Но он, видите, там сколько отростков. И он обещает быть хорошим, зеленым. Я там выбирала. Мне показалось, он более-менее приемлемым. И вот еще вот такой вот. Подберу подходящие горшочки. И будет у меня зеленый сад. Будет у меня зелено. Я застелила в спальню новый плед. И собрала торшер. Вот смотрите, как это теперь все выглядит. Сейчас я выключу свет. Ну, в общем-то, ничего не поменялось. Вот он такой яркий. Возможно, лампу надо поменять какую-нибудь на более мягкого цвета. Это света. Это вот белая, холодный белый. А можно поменять его на более теплый. Ну, вот это вот шторы, про которые вы все говорите, что они черные и мрачные. Нет, они смотрятся шоколадом, благородным темным шоколадом. Вот такая у меня комнатка получилась, спаленка. Ну и на пол, конечно, просится ковер. Вот наш коврик. Жосик, будешь ковриком? Будешь лежать здесь, да? Купим ковер немножко позже, конечно. И последнее, что я вам хочу показать, это вот люстра, которая будет в спальне. Вот такие вот у нее плафончики. Они сочетаются с
с торшером, который там стоит, я вам его уже показала. А вот такие вот будут, такая вот будет люстра. Ну, мне кажется, что она будет очень смотреться. Я вам показала все сегодняшние покупки. На сегодня все, наверное, достаточно уже всего. Все, что я вам показала, вот уже прям перебор. Осталось, вы не видели только люстры, которые будут висеть здесь в салоне. И, в общем-то, все. Ну, когда их Ур повесит, когда мы закончим уже с полкой и с телевизором, тогда я сделаю полный обзор квартиры. Вы посмотрите, что и как. И я буду тут жить и наслаждаться. Ну, во всяком случае, то, что сейчас здесь есть в квартире, мне очень нравится. Я довольна, потому что я подбираю под свой вкус. Жить здесь мне, конечно, не всем там придется по душе, я не знаю, там та же самая люстра или тот торшер или еще что-то такое. Но мне это нравится. И я хочу, чтобы мой дом, я возвращалась в свой дом из, там, из своих путешествий, из своих поездок, даже из от Тани, чтобы я возвращалась сюда, в этот дом, с большим удовольствием. Жду в гости своих подружек, Иру, Галю, приглашала в гости Наташу. Наташа, сегодня мы с тобой переписывались, я тебе говорила, бросай все, лети сюда. Она говорит, нет, давай лучше ты к нам. Я говорю, нет, давай ты к нам. У них, она живет в городе Пятигорске, и сейчас нет прямых рейсов из Минвод сюда в Анталию. Есть только, можно либо через Москву, либо вот с пересадкой где-то еще. В Стамбуле, может быть, не знаю. Ну, во всяком случае, они очень часто приезжают в Турцию отдыхать, и мы обязательно с ними увидимся. А с вами я увижусь уже в следующем видео. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели обзор моих покупок. Спасибо, что выдержали это количество приобретений. Там стаканов, люстр, всяких светильников. Все. По-моему, уже мне уже пора остановиться. Ничего уже больше не покупать. Хотя нужно, конечно, купить еще ковры. Вот хочу ковры. Без них никак. И мне еще нужно кое-что из посуды. Сервировочные тарелочки. Так пока и не подобрала. И, кстати, я купила масленку. Ну, не буду жить вам ее показывать. Наконец-то купила масленку. Спасибо девочкам, что подсказали мне, где ее купить. Но вот о сахарнице я пока не могу подобрать себе той, которую я хочу. Ну, ничего страшного. Все я обязательно куплю. А, еще я купила формы для пирогов. Ну, такие разъемные. Тоже вам не показывала. Ну, я думаю, что это вы уже посмотрите, когда я пирогов этих напеку. Все, увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.